Всем привет! С вами Анна Изотова. Сейчас я расскажу о погоде на понедельник, 1 июля. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, днем плюс 29, ночью плюс 12. Порывы ветра до 5 метров в секунду. В южных районах наконец-то солнечно, днем жарко, плюс 31, ночью плюс 13. Скорость ветра 5 метров в секунду. А вот на западе республики малооблачная погода и снова дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 8. Скорость ветра 6 метров в секунду. В Улан-Удэ солнечно, днем ожидается плюс 31, ночью плюс 15. Ветер немного усилится, его максимальная скорость 8 метров в секунду. С вами была Анна Изотова. До скорых встреч! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.